наверное, отличие детского маркетинга для меня – это то, что мы общаемся, ну, по крайней мере, как розничная сеть, у нас две целевых аудитории – это семьи, ну, родители и дети, да, то есть нам необходимо заинтересовать ребенка в каком-то продукте и, соответственно, заинтересовать родителей, чтобы именно этот продукт, товар, игрушка был куплен в нашей сети. Да, сокращается частота покупок, соответственно, ну, среднее посещение клиентами розничных сетей. На самом деле нет, не сокращается, потому что есть и экстенсивные, и интенсивные причины, средний чек растет. А как уже как бы мои коллеги выступали, что специализированная розница, она как бы падает в общем, ну, на общем рынке, но при этом детский мир показывает устойчивый рост. То есть, как я говорила, рост квартала первого квартала по сравнению с первым кварталом прошлого года Life for Life 13%. То есть у нас все хорошо, растем. Переход осуществлялся легко, наверное, это было связано не то, что там переход из взрослого маркетинга в детский маркетинг, а скорее просто было интересно попробовать что-то нового. И мы встретились с генеральным директором группы компании «Детский мир» с Владимиром Чераховым. Мне очень заинтересовало меня теми перспективами, которые открываются на данной позиции. И да, понятно, что и перспективы, как бы и сложности, потому что понятно, что рынок другой, нужно было быстро и много всего впитать, узнать и запомнить, что было непросто. Иногда по-прежнему сбиваюсь клиентов, называю абонентами, но в остальном, в принципе, уже, наверное, за полгода прогресс заметен.